Создание фестиваля «Рождественские огоньки» – яркий пример совмещения отдыха вместе с темой изучения истории и особенностей празднования Рождества. Местом проведения фестиваля по традиции станет киноконцертный зал «Смена». 26 января в 11 часов он распахнет свои двери для участников и гостей праздника. Впервые городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Рождественские огоньки» состоялся в январе прошлого года. И, нужно сказать, сразу же набрал популярность среди жителей нашего города. В первую очередь задачей фестиваля является воспитание у детей православных традиций. Ведь не зря этот праздник приурочен к празднованию Рождества и Нового года. В прошлом году на сцене киноконцертного зала «Смена» выступили более 350 юных горожан. В этом году организаторы подготовили для участников и гостей фестиваля немало сюрпризов. Порадует и призовой фонд, который составляет более 100 тысяч рублей. Учредителями городского фестиваля являются общероссийское общественное движение «Россия православная» и Рассказовский городской совет народных депутатов. Первый фестиваль мы провели в прошлом году. У нас было порядка 350 участников. Это фестиваль детского и юношеского творчества. Я приглашаю всех жителей нашего города 26 января в 13:00 прийти в кинотеатр «Смена» и посмотреть и порадоваться выступлением наших детишек, для того, чтобы получить прекрасное удовольствие и хорошее настроение. Принять участие в фестивале могут солисты и творческие коллективы города и района. Помимо этого, каждый желающий в возрасте от 3 до 15 лет может изобразить свое видение Рождества и Нового года с помощью изобразительного искусства. Все работы будут представлены на выставке в день проведения фестиваля. Прием заявок для участия в конкурсе проводится по адресу: улица Куйбышева, 12, киноконцертный зал «Смена». Ольга Жукова, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказово.